Отчитались, но не выполнили. Плачевные результаты двухдневного потепления оренбуржцы наблюдают до сих пор. Хотя вроде коммунальщики и работали в круглосуточном режиме, и в администрации постоянно проводили совещания, и даже прислали письменный ответ людям. Снег убран, опасность миновала. Но это на бумаге. Как на самом деле отработали ответственные службы, сегодня нам показали жители переулка Коммунального. В этом доме снег с крыши очень ответственные коммунальщики убрали еще 11 марта. И 11 же марта снежная глыба рухнула на козырек балкона. Работы провели так качественно, что под снежной массой козырек сломался. Получаю ответ от управления жилищно-коммунального хозяйства о том, что с крыши нашего дома был очищен снег со льдом, со всеми сосульками. И в этот же вечер, 11 марта, у нас крыши очищенных. То, что ничего не должно быть, падает снег, ломая при этом наш козырек балкона. Балкон находится прямо над входом в подъезд. Несколько лет назад снег с крыши точно так же упал на козырек балкона и сломал его. Тогда хозяйка квартиры восстанавливала все за свой счет. Но делать это каждый год накладно. Тем более сбрасывать снег с крыш – обязанность коммунальщиков, за которую жители платят деньги. Прямо при нас Ольга решила позвонить в муниципальную приемную и разобраться, почему они отчитались о работе, которую никто не выполнил. Скажите, пожалуйста, а почему вот нам сегодня позвонили, сказали, что с вашей 30-40-40 позвонили, сказали, что якобы все убрали, а на самом деле нет? К сожалению, такой информации у нас не предоставлено. Нам как отчитались, вот так мы вам такую информацию предоставили. К слову, со всей крыши в этом доме до сих пор свисает замерзший снег и сосульки. Сотрудники ООО «Прогресс Плюс» не приехали даже после рухнувшего козырька. Оперативность и ответственность коммунальщиков поразила в очередной раз.